Фамилия Полицемака, 11 лет, город Москва. В этом году, когда мы ездили в Израиль, со мной произошло того, чего я даже не ожидала. Мы поехали к стене, там, где записки прям пихают в нее. И пишут желание, чтобы поговорить с Богом. И там листочки закончились, а ручка у меня была. И с неба упал листок прямо под... моими коленками лежал листочек, и я так была рада. А я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз в году. Александр Сергеевич Пушкин, я вас любил. Я вас любил. Любовь еще быть может. В душе моей угасла не совсем, ну пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам Бог любимым быть другим.